Доброе утро! Наше утро начинается сегодня с кашки. Варю овсянку со сливочным маслом, немного соли. Вместо сахара буду добавлять мед, когда оно немножечко остынет. Можно еще добавить малинки замороженные. Ну и вообще что-нибудь замороженное, чтобы ее, во-первых, быстрее охладить, и во-вторых, будет очень вкусно. Уже по-летнему, по-весеннему. В общем, когда уже ягоды, то хочется настоящего тепла. Как у нас. У меня сейчас будет перекус. Томат, яйцо, сметана. Делаю себе такие, как будто Сержу не предложил. Он сказал, нет, ешьте сами. Листик шпината. И туда заматываю огурчик. И ем со сметаной. Очень прикольно получается. Ну, шпинат безвкусный, поэтому в основном здесь вкус огурца. Ставила воду на макароны. Ой, на макароны, на пельмешки. Бабушка нам купила пельмешки. Да, сметанка у нас была. Гриша тут будет следить за закипанием воды. Как закипит, позовет меня. Номер один. Да. Быстрее, ну куда ты едешь? Вода закипела. Теперь Григорий помешивает пельмешки, чтобы они не прилипли сразу. И я пока пойду петрушку посчитаю. А потом все равно прилипнут? Нет, потом не прилипнут, если вот сразу их хорошо помешать. Чтобы вот они сейчас начнут закипать, и тогда уже точно не прилипнут. Мы уже с Григорием одну партию пельмешек сварили. Я сейчас чувствую себя поваром, он тоже помешает, чайник выключить. Так, в общем, вот она. Тут со сливочным маслицем. И делаю салатик. Свежая капуста молодая. Огурчики. Добавлю петрушки и все это с подсолнечным маслом и с лимонным соком. Все, все покушали. Остался только Сержуня, но он еще не приехал. И я вот себе наложила пельмешек. Это из Сильпо. Они там их сами лепят, поэтому они как домашние. Прям вкусные и не разваливаются. У нас гости. О, да, да. Все. У меня правая рука занята, я не могу пить чай. У тебя тоже? А ты не можешь левой сидеть? Нет, левой мне неудобно. Ну, с этой же фирмы муравьишек нам прислали. А он маленький уже. У нас на даче они бесплатно ползают. Ну, у вас же без матки, а там матка. Ты видела, какая она огромная? Да. И что, она размножается? Ну, там вон, видишь, они... У них сейчас паника, видишь? Открыто. Ну, открывать там. Заходите. Тук-тук-тук. Бабушка предложила их всех потравить. По всем магазинам. Вас по всем магазинам, да, как будто настоящие, да. Я вот такие бы купила себе тоже дорогие. Ну, чисто 200 рублей, ну как бы. Нормально. Михаил остается пока с детьми. А дети с Майнкрафтом. Их за них можно не переживать, да? Не, что это пошло не так. Скажи, что там за духи? Моно, ароматы. А покажи один пузырек. Что тебе ягодки? Угу. А вот это масла, да? Это масло, да. Угу. Тирамису. На экскурсию приехали в оазис. Я тоже пошла выпить. Все, мы в садике. Афонь! Пошли! Ты только не бери машинки, мы же сейчас уже поедем. Пошли Антона забирать. Вон там тетя Олеся, ты видел? Там возле машины нас ждет. Подожди, пошли сначала Антона, хорошо? Спасибо. Пожалуйста. Покажи, у тебя какая фоль? Это какого цвета? Вот она. Желтая. А у тебя, Антош, какая? Красного. Покажи. Покажи машину. Можно теперь играть. Ты хоть сказал-то спасибо? Башки Вали сказал спасибо? Да. Ты доволен? Угу. Только не сильно, Афонь. Листьями похоже? Ну да. Да, уже ирисы расцвели. Эти вообще ранние. Маленькие, карликовые. Пион хочу, надо вот тоже пион. Ну его надо вот, да, выкапывать. Откопать уже, когда он отцветет. Картошку. Пиончики скоро будут. Обычно к 9 мая. Осторожно, тут Рекс все заминировал. Видишь, сколько Васильков
Да, они как бурьян потом, тоже эти васильки. Ну их вот я один раз, один пакетик, знаете, это, и они теперь везде. Что там, сынок? Да, логика увлажнения, это что не пить будут, а не плавать. Нет, если хорошо увлажнить, то там у них все затопится. То они могут и поплавать, да? Так, а мы купили барьер, сейчас будем пробовать. Все смеются с меня, что я читаю инструкцию к барьеру. А она, оказывается, такая, как в Юпи, просто добавь воды. Кушать? Вон там вот хлопья с молоком, каша есть. Ты на улицу? Нет, папа повезет же Гришу. А ты не повезешь? Я Гришку нет. А я забирать? Я забирать. Пошли, я поглажу кимоно. А тетя Олеся еще пока никуда. Все, мы собираемся. Пойдем сейчас проведем всех наших гостей, да, Фус? Домой. А чего? Ну, уже им пора домой. А чего? Камни. Мы потом приедем, проверим, да? Да. Время раскидывать камни, да. И время собирать, да? Ну, когда время собирать приедем. Они сейчас вырастут там у вас, ну, хорошо? Да. Нет, не надо на улице. Все довольные и счастливые. Афонечка, иди сюда. Все едут к тете Любе. А что у меня все такое красное, слушай? Фонарь какой-то красный. Афонь, где ты всего этого набрал? Да. Купил? Да. Дай я посмотрю, сынок. Заряжать надо, потому что он сломалось. Ну, подожди. А как оно, подожди? Оно здесь нету. А здесь и не должно быть? Нет. А пульки тут есть? Нету. Так надо что, до пульки сначала. Карате, сейчас будем открывать, нам тут сладости передали. Я уж не знаю, откуда это, с Duty Free или это из Таиланда. Вот что-то, по-моему, что это, трубочки для молока или что это. Не знаю, сейчас буду пробовать. И такие печенюхи какие-то, панды. И магнитик со слоником. Магнит. Слоник. Папа, у нас новый слоник появился. Это же нам передали с Таиланда. Ты в следующий раз, хорошо, Афонь? Нормально. Нормально я налечил. Иди выливай только воду. Афонечка, ты что там обиделся, что ли? Да. Иди будем смотреть, как они тут сейчас будут бегать. Иди. Нет, не буду. Не будешь? И гирь устраивать.